Сегодня 4 февраля, на данный момент подготовка к осеннему сезону. Я нахожусь, можно сказать, в глубоком межсезонье. О сушке как таковой я еще не думал. Там 2-3 недели еще стоит максимально набрать мышечную массу, мой вес порядка 111 килограмм. Планирую еще набрать. Готов. К весеннему сезону 2012 года проходит под четким контролем моего тренера Алексея Киреева. Я ему благодарен за поддержку, за его знания, которые он передает мне, за тот прогресс, который как бы я вижу. Также к тренировкам меня мотивируют мои товарищи, с которыми мы занимаемся вместе, это Виктор Шамин, Андрей Скоромный. Основательно закрепиться в категории 100 килограмм. Я хочу попробовать бороться на равных с лидерами данной категории, составить им достойную конкуренцию.